Друзья, всем привет! Опять я выбрался на рыбалочку и первым делом решил проведать место, где ловил окуней. Сейчас 4 часа утра, выходов я не вижу, только уточки там плавают. Но попробуем, сейчас посмотрим, что получится. Может, нам повезет. Делаем первый заброс. Поставил я поппер. Но теперь ловись, рыбка большая, маленькая. Первый заброс нам ничего не дал. Второй тоже. Опа, попал. Прям под окуня попал. Ребята, поклевочка, поклевочка. Дождался я. Дождался. Окушка. Наверное, только выход у них сейчас будет. Ух ты! Неплохой окушок. Неплохой. Но уже настроение поднялось. Скажем так, повеселее стало. Это ж такая рыба, как окунь, не клюет. Это ж вообще... Выход есть? Нет. Что там бьет и не берет приманку? Два раза уже ударил. Что-то его смущает. Атака. Есть. Нет. Промах. Есть. Опять промах. Да что ж такое? Есть. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так хапанул, прям, я не знаю, спиннинг нет. В лили ушел, зараза такая. Да что ж ты так в лили уходишь, а ну иди сюда. Да. Ну что, он удачно сошел. В лилиях запутался и все. Оп, есть. Есть. Это мелкий. Мелкий. Хотя нет. Оп, и сошел тут же. Да что ж такое? Опа. Давай, давай, давай. Есть. Сразу, сразу поклевочка. Увидел, что малек из воды начал выпрыгивать. Бросил. И поклевочка. Заброс. Поклевка. Поклевка. Небольшой.
что на таранку пойдет. Попался. Неплохой окушок. Вот, друзья, кидаю силикон и поймал вот такую вот сеть. Как они надоели, эти браконьеры. Это просто. Просто какой-то ужас. Сеть здоровая. Сейчас я ее порежу. Или люди такие голодные у нас. Сколько тут приманок может остаться. И на кирпичах еще. Сколько же этот? Убрать спиннинг. Ты посмотри, сколько их. Ого. Уже метров 50. И очко тут, я не знаю, 50-е, наверное. Сволочи. Сколько ее тут? Твари. Да я не знаю, сколько. Метров 100, что ли. Где наша доблестная рыбинспекция? Друзья, смотрите, я не знаю, сколько тут, метров 100. Я уже устал ее вынимать с воды. Сейчас мы ее на берег выкинем. Тут берега нет, тут есть камыши. Я ее порезал как только мог и выкинул.
просто нет слов. Метров 50, наверное, сетки этой. Да какие там 50, там под 100 метров. Приманку он разорвал в сетке. Ну, бог им судья. Есть, друзья, щучка на рудру. Я думаю, что небольшая, но уже приятно, уже радость. Первая щука в этом сезоне. Сейчас будет свечку делать. Да, небольшая. Небольшая. Она с какой-то язвой. Вот язва какая-то у нее на теле страшная. Мы не будем ее мучить. Отпустим. Не знаю, что тоже язва у нее. От чего? Может, кто-то укусил. Язвами попадается здесь уже не первая щука мне. Вот язва ее, вот щучка, она уходит в воду. Ну что, друзья, подошла к концу моя эта рыбалка. Поднялся сильный ветер, там вон речка. Я уже собрался, лодка на крыше, тут недалеко ехать. Дождь будет. Все, друзья, всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки.